Привет, друзья! Сегодня поход в ресторан является распространенным видом отдыха, и искушенного туриста довольно непросто заманить вкусной едой или элегантным интерьером. Ведь в мире существует немало уникальных заведений, которые способны удивить своих гостей труднодоступным расположением, оригинальным тематическим оформлением или необычными развлечениями. Поэтому, чтобы получить удовольствие от посещения некоторых из них, необходимы крепкие нервы и, конечно же, хорошее чувство юмора. С вами канал Top Smiles, и сегодня мы покажем вам 8 самых необыкновенных ресторанов мира, которые наверняка вызовут у вас улыбку и удивление. Поехали! Ресторан Dina in the Sky, Бельгия. Гурманы сорвиголовы теперь могут получать вместе с обедом солидную порцию адреналина, ведь для этого просто нужно забронировать столик в популярном ресторане Брюсселя, Dina in the Sky. Этот ресторан на открытом воздухе представляет собой небольшую платформу с прозрачным навесом, которая может подниматься на высоту 55 метров. Единовременно на платформе может разместиться 22 посетителя, а обслуживает гостей 4 сотрудника, в числе которых официант, повар, сотрудник безопасности и музыкант. Посетители этого чудо-ресторана, удерживаемые на местах ремнями безопасности, могут поворачиваться на 180 градусов, чтобы оценить все прелести открывающейся с высоты панорамы. Открытие этого уникального заведения, которое предлагает своим гостям поужинать в небесах, состоялось в 2006 году и с первых дней завоевало невероятную популярность. В настоящее время аналогичные заведения есть и в других европейских городах, но самым популярным и известным все равно остается бельгийский Dina in the Sky. Несмотря на внушительные цены, ресторан явно не испытывает недостатка в клиентах, и чтобы забронировать платформу на несколько часов, следует заплатить не менее 20 тысяч долларов США. Единственное ограничение, которое может омрачить настроение заказчиков, в требуемом месте должно быть достаточно пространства для установки подъемного крана. Команда специалистов приезжает в условленное место и за 2 часа готовит все для обеда в небе. Dina in the Sky – это прекрасный ресторан для тех, кто изголодался по новым впечатлениям и хочет разнообразить повседневную жизнь необычными развлечениями. Ресторан Zao Yoshifen, Япония. Известный ресторан Zao Yoshifen, расположенный в Токио, примечателен тем, что своим гостям предлагает поймать свой обед самостоятельно. И как можно догадаться по названию, заведение специализируется на приготовлении рыбных блюд. В центре его просторного зала располагается уютная терраса со столиками, стилизованная под корму корабля, а окружает ее огромный бассейн с живой рыбой, которую посетители ресторана могут поймать самостоятельно, взяв на прокат удочку и все необходимые принадлежности. Тем, кому еще не довелось постичь азы рыбной ловли, с радостью поможет опытный персонал. И по желанию клиента для него выловит любую рыбу из бассейна и приготовит по фирменному рецепту. Ведь ее выбор в бассейнах просто огромный, поэтому выбрать для себя обед смогут и экономные посетители, и те, кто привык баловать себя изысканными деликатесами. Во время трапезы гости заведения могут наблюдать веселую картину. Как только что пришедшие посетители пытаются поймать свой обед или ужин. И благодаря этому, атмосфера в ресторане всегда является веселой и непринужденной. Морской карась скумбрия, ставрида и редкая рыба-собака. У гостей будет масса возможностей отточить свое рыболовное мастерство и пополнить гастрономический опыт опробованием изысканных блюд. И тот обед, который посетитель поймал себе сам, стоит намного дешевле представленных в меню угощений. Поэтому за относительно небольшую цену, в заведении можно не только вкусно поесть, но и отлично развлечься. Ресторан на действующем вулкане, Испания. Одной из главных достопримечательностей Испании является вулкан Илларио, последний раз извергающийся в 1824 году. А в 1969 на его вершине, прямо над кратером был открыт дьявольский ресторан «El Diablo», умелые повара которого готовят фирменное барбекю прямо над жерлом вулкана. Исходящий из жерла спящего вулкана жар такой сильный, что позволяет минут за 10 готовить целиком птицу и увесистые куски мяса, а на прожарку морепродуктов и вовсе потребуется пара минут. Ведь в грунте на глубине 10 сантиметров, жар достигает 80 градусов по Цельсию, а уже на глубине метра эта отметка повышается до 400.
Посетителям заведения предлагают разместиться в просторном зале с большими окнами. И сидя за столиком на вершине горы, очень удобно любоваться панорамой окрестностей. Автором проекта необычного заведения является известный дизайнер Сезар Манрико. И чтобы создать свое творение максимально комфортным и безопасным, фундамент решено было сделать из 10 надежных базальтовых слоев, который защитит ресторан от исходящего из недр вулкана жара. Внутри El Diablo установлено уникальное произведение искусства. Соко, состоящее из костей верблюда и инжирового дерева, расположенного на холме черного вулканического пепла. Эта композиция является данью легенде об Иллария. Также по всей территории можно увидеть железные фигурки чертика. Они как ничто другое подходят для данного жаркого места. Заведение работает без какого-либо дополнительного электрического или теплового обеспечения. Все, что требуется его поварам для приготовления фирменных блюд, это исходящий из вулкана жар. Ледяной ресторан Лина Кастл, Финляндия. В настоящее время существует немало оригинальных ледяных ресторанов. И самый первый из них является Лина Кастл, который был открыт в финском городе Леме и является частью роскошного ледяного отеля на берегу Ботнического залива. Помещение полностью выполнено изо льда, и украшают его невероятно красивые ледяные скульптуры и высеченная из цельных кусков голубого льда мебель, застеленная натуральными овечьими шкурами. В заведении поддерживается постоянная температура, которая составляет порядка минус 5 градусов по Цельсию, поэтому всем посетителям рекомендуют тепло одеваться, и без шапок в середину не пускают. В меню в основном блюда местной кухни, из оленины и рыбы, а алкогольные коктейли наливают в бокалы из чистого льда. Благодаря художественной иллюминации зал ресторана выглядит просто восхитительно, и находясь внутри, совершенно не хочется думать о холоде. Ровно как и ледяной отель. Каждый год ресторан отстраивают заново с января, и стоит он в среднем до середины апреля, поэтому ежегодно меняет свой дизайн. В оформлении участвуют лучшие дизайнеры и художники планеты, которые по индивидуальным эскизам вытачивают красивейшие скульптуры и тщательно продумывают гармоничную систему освещения. Ресторан Modern Thailand, Тайвань. Вряд ли человеку, находящимся в здравом уме, придет в голову мысль устроить трапезу в туалете. Однако с недавних пор эта идея уже не кажется совсем нелогичной и неосуществимой. И все благодаря расположенному в городе Гаосинь, ресторану Modern Thailand, или современный туалет. Его модный и красочный зал внешне больше напоминает уборную комнату, а традиционные столы заменяют ванны с прозрачной стеклянной столешницей. Стулья же – обыкновенные унитазы. Посуда и тематическая сервировка блюд в полной мере соответствуют общей тематике. Обычные тарелки для супа заменяют здесь чаши в форме унитаза, а напитки подают в стаканах, которые имитируют самые обыкновенные писсуары. В настоящее время на Тайване работает 11 этих тематических чудо-ресторанов, и все без исключения отличаются особенным оформлением. В их залах можно увидеть массу оригинальных игрушек. Ресторан Modern Thailand обязательно понравится тем, кто обладает должным чувством юмора. И с момента открытия все оригинальные заведения пользуются популярностью у креативной молодежи. Стоит отметить, что от таких молодежных ресторанов не стоит ожидать высочайшего качества исполнения блюд и безупречного обслуживания. Достойной же компенсации недостатков будут умеренные цены. Многие туристы посещают это заведение вместо экскурсии. И обязательно после трапезы заказывают фирменное мороженое на десерт, ведь оно отличается очень оригинальным оформлением в тематическом стиле. Ресторан Sanara Camp, Объединенные Арабские Эмираты. Это уникальное заведение, расположенное посреди аравийской пустыни в часе езды от Дубая, предлагает экстравагантную трапезу тем, кто хочет попробовать что-то нестандартное. Впервые открывшийся в ноябре 2019 года, является первым в своем роде экологически чистым заведением в Эмиратах, работающим по основным принципам безотходного производства. Следовательно, ресторан питается от солнечной энергии, и все продукты и материалы, используемые здесь, получены из экологичных источников. Путешествие начинается с извилистой поездки по песчаным дюнам, которая доставит гостей в лагерь, где палатки украшены огромными диванами и шезлонгами, ориентированными на закат. На входе вас встретят освежающим мятным лимонадом, водой и холодным полотенцем. Шеф-повар Франк Санна готовит вкусности как местной, так и западной кухни,
А в меню представлены как блюда из мяса и морепродуктов, так и вегетарианские позиции, а также отдельное детское меню. Особого внимания заслуживает тако с говядиной, куриная шаурма, бараньи отбивные в маринаде, средиземноморский рататуй и великолепный ганаш из какао с авокадо. Все это готовят на открытой кухне на свежем воздухе. Заведение предлагает широкий выбор развлечений для всей семьи, в том числе волейбол, стрельба из лука, шоу сов на закате, а также поучаствовать в заездах на квадроциклах и внедорожниках. Санара Кэмп предлагает гостям вечер развлечений для всех возрастов, на фоне одного из самых живописных пейзажей в мире. Ресторан Dining Pot, Таиланд. Это изысканный ресторан тайской кухни, который был оборудован в красивейшем тропическом лесу на территории тайского острова Кут, недалеко от побережья. Его структура включает в себя 4 деревянных конструкции, которые закреплены в кронах деревьев, на высоте более 6 метров, и по форме очень напоминают плетеные корзины. Их верхняя часть открыта и дополнена небольшим навесом, поэтому во время трапезы у посетителей есть возможность любоваться живописной панорамой окрестностей. Ресторан является частью инфраструктуры фешенебельного отеля Санева Кири, который пользуется заслуженной популярностью у поклонников деликатесов. В нем работает штат именитых поваров, а шеф-повар является обладателем 2 звезд Мишлен, поэтому посетители точно не будут разочарованы качеством блюд. Уровень обслуживания в ресторане тоже остается на высоте, и специально для удобства официантов корзины были соединены между собой удобной системой канатных дорожек и тросов. Обслуживая клиентов, они в буквальном смысле слова летают между кронами деревьев. И ловкости этих профессионалов можно только позавидовать. Всем, кто пожелает попробовать популярные блюда тайской кухни в ресторане Dining Pot, стоит учесть, что единовременно он может принять лишь 8 посетителей. Ведь, как правило, его уютные корзинки, скрытые в кронах пальм, бывают забронированы на много недель вперед. Ресторан возле водопада, Филиппины. Возле города Сан-Пабло находится необычный ресторан Waterfalls, что в переводе с английского означает «водопады», и уникальность его заключается в экзотическом местоположении. Посетители этого заведения имеют возможность во время отдыха любоваться водопадом, причем снизу, а не со стороны. И сидя за столиком, от которого всего в нескольких метрах располагается водопад Лабасин, ноги не удастся оставить сухими, потому как везде будет вода, глубина которой около 20 сантиметров, и обуви можно дать отдохнуть, наслаждаясь восхитительным филиппинским блюдом. А кому покажется недостаточным принятие водных процедур только для ног, заранее прихватив с собой купальный костюм, может поплескаться в чистой воде водопада, или понежиться у его подножия под солнечными лучами. И, наверное, это единственный ресторан, где никого не смущает присутствие людей в купальниках. Говоря об этом заведении, было бы несправедливо не упомянуть о его своеобразной кухне, воплотившей в себе лучшие испанские, китайские и малайские кулинарные традиции. Хотя при желании можно отведать и простую еду, которая зачастую встречается на столах филиппинских крестьян, основными ингредиентами которой являются блюда из рыбы и морепродуктов, риса, местных фруктов и пряностей. Если понравилось видео, жми на лайк. Также буду очень благодарен всем, кто нажмет на колокольчик, так как вы первыми узнаете о новинках на канале. Напишите в комментариях, какой ресторан вам понравился больше всего. И спасибо всем, кто досмотрел до конца. До встречи!